Правительство Югры согласовало выплаты ко Дню Победы. От 2 до 5 тысяч рублей получат льготные категории. Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, неработающие пенсионеры, узники концлагерей. Сегодня в регионе проживают более 5 тысяч человек, которые имеют право на выплаты. Деньги они получат до 1 мая в беззаявительном порядке. Из бюджета на эти цели направят 17 миллионов рублей. Мы никаких заявлений здесь не берем. Берем именно учет по состоянию на 30 апреля. И в беззаявительном выплате, в беззаявительном характере будет эта выплата произведена в апреле. Но если там кто-то позже приедет, уедет, естественно, мы тоже все это проконтролируем.